все. Хорошо. Плитка, железяка. Да. Каких только цветов и окрасок нет, буквально на 20 метров. От коричневого зеленого. Ну и где ты там? Ну хватит тут. Как ни крути. Все равно тут пигматитовая жилка есть. Ух ты, убежала куда-то. Да, это пигматит. Да всякие разные тут. Где-то оттуда пигматитик несет. Да, стенка внушает уважение. О, пирамиды. Солнышка нет сегодня. Так бы интереснее было. Интересно вот так смотреть, если ничего не видишь, а потом на мониторе рассматриваешь, чтобы не карабкаться к стенке поближе. Это уже оборвется скоро. Вот эти же камешки слетели. Вот что-то есть. Опало-то. Что-то опалоносное. Ух ты, с каким халцедончиком. Значит, вверху чуть выше что-то есть, но и богу, карабкаться не хочется. Это мрамора, видимо, там, где корунды, рубины, так говорят, ни разу не был. Вот идешь, начинает, допустим, внизу кварчик появляться,
значит, где-то жилка кварцевая. Вот если внимательно посмотреть, то уже даже чуть-чуть видно, что кристаллики такие. О, вот здесь вот тоже что-то интересное. Ну вот, где-то здесь или выше жилка. Вот тут интересный камень нашел тоже. Кварц. А в кварце не знаю что. Скорее всего ничего, просто какая-то порода. Довольно чудная такая. Интересная. Вот. Смотрите, какие корочки халцедоновые. Интересные. Правда, солнышка нет, поэтому они не блестят сегодня. Корочка. Корочка на кварце. Дождище промочил насквозь. Ну, сейчас лед быстренько съест, конечно, этот. Быстренько, быстренько. Так, ну-ка, где же? Ну, вот здесь вот идет кварцевая жила. Вон она там повыше. Но кристаллов нет. Не нашел во всяком случае. Кварц такой шестоватый идет. Есть даже местами прозрачный. Такой аметистовидный. Потом сделаю фото. Так что вот. Кто желает, пожалуйста. Словно в тумане. Дождик идет, холодный лед. Пора возвращаться. Кварчики какие. Так я и не дошел до конца карьера. В следующий раз. Ну ладно. До следующего раза. Теперь уж, наверное, летом. Садим на камушек, перекурим. Хорошо. Ни души. Еще один ярус остался. Ну вот, Алиса.